1942 году после школы Павел Беляев поступил на завод, в 43-м году добровольцем ушел на фронт и был направлен в Ейское военное авиационное училище летчиков. Успел повоевать летчиком-истребителем. Участвовал в разгроме Квантунской армии. Награжден медалью «За победу над Японией». После войны служил в морской авиации на Тихом океане и на Черном море. В 1956 году поступил в военно-воздушную академию. В 1960-м зачислен в отряд космонавтов. В ходе полета командир корабля «Восход-2» Беляев руководил выходом Алексея Леонова в открытое космическое пространство. Легендарный полет продолжался чуть более суток. При нарушении работы системы ориентации «Восхода» Павел Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. Впервые в мире. Космонавты приземлились в глухой тайге Пермского края. Экипаж обнаружили спустя 4 часа после посадки, но из-за глубокого снега Павла Беляева и Алексея Леонова эвакуировали только через 2 суток. Павел Беляев проходил подготовку к полетам на кораблях «Союз» и орбитальной станции «Алмаз». 7 сентября 1966 года был назначен командиром группы космонавтов военной программы «Алмаз». В 1967 году готовился по программе облета Луны в составе группы. Именем Павла Беляева назван кратер на Луне и малая планета Солнечной системы номер 2030.